Всем привет! Вы на канале Бумажные обзоры, и мы продолжаем распаковочку бумажных сюрпризов. Сегодня у меня для вас две новиночки. Это котики-русалки, а также совушки. Вот такие вот пакетики. Давайте сразу отбирать. К вам, Леди Баг, у нас последний пакетик заканчивается. Животные кексы осталось два. Откроем вот. Котики-русалки. Смотрите, сколько пакетиков. Выбираю, Якусь. Давайте два. Давайте два выберем. Дальше фиксики. Давайте оранжевый возьмем, потому что мы два раза подряд уже красный брали. Давай из оранжевых один выбирай. Винни-Пух. Четыре пакетика. Тут всего их было пять. Было очень мало, потому что персонажей мало. Совушки. Давайте второй возьмем. Пингвинчики. Тут три вида пакетика. Вот этот, да, хорошо. Губы. Два осталось. Откроем за последний. И Шерлок. Откроем за первый. Ребята, я делала голосование. Какую тему вы выбираете? То ли эту, то ли дни недели. Вот такая. И вы все почти, ну большинство проголосовали за дни недели. То есть это вам коллекция больше понравилась, чем время приключений. Вот так вот, большинство, почти все, но были, конечно, и за эту коллекцию голоса. Переворачиваем сейчас. Сегодня начнем с клаби Леди Баг. Да, где наш пакетик? Вот он. Вот остальное. И нам попадается такая квамиклая букашечка. Или жар-птица, или я не знаю, такой хвостик у нее. Напишите мне в комментариях, как ее зовут, эту квами. Цифра 3. Может быть, к вам это какие-то. Клеим вот сюда и заканчиваем эту коллекцию. Далее коллекция губы. Наш пакетик выглядит вот так. Что же в нем спрятано? Такие губы. Вот такие губы с такими вот зубками забавными. Номер 6. Это какие-то клыки здесь. Приклеиваем, и на следующий раз закончится эта коллекция. Следующая у нас коллекция — это кексики в форме животных. И пакетик выглядит следующим образом. Вот он. В нем попадается. Доставай. Вот такой вот кексик коала. Посмотрите, какой миленький. Цифра у него 7. Приклеиваем на свое место. Клеим сюда. И тоже в следующий раз закончится эта коллекция. А мы приступаем к пингвинчикам. Мы уже 3 с вами собрали. Осталось еще несколько, еще много. Такой пакетик, который прячет для нас очередного пингвина. Вот такой пингвин. Он русалка. Да, в костюме русалки. Вот смотрите, какой смешной. Все пингвины будут морские. Тут разные. Есть пасхальный, есть, который моется, а есть, который на пляже. Цифра 4, кстати. С кругом единорогом. Приклеивай, Вика. Вот так. Мы продолжаем с вами нашу распаковочку. Это Шерлок. Все для сыщика. Вот такой пакетик. Здесь лежит сам сыщик. Посмотрите. Он с лупой и вот в таком костюмчике. И цифра у него 8. Клеим так. Дальше фиксики. Мы уже собрали Масю и Шпулю. А в этот раз открываем оранжевую упаковочку, которая прячет вот такого фиксика, которого зовут Файр. Что означает слово Файр? Ребята, напишите. Цифра 4. Вика приклеивает. Да, цифра 4. Давай быстрее. Вот так. Такие вот фиксики. Еще осталось целых 5 фиксиков.
А мы открываем Винни-Пуха, ведь он тоже очень хочет выбраться из пакетика. Или он, либо какой-то другой персонаж из этого мультика. Нам попадается... Такой зайчик. Да, такой кролик или зайчик, как правильно, напишите нам. Кто смотрел этот мультик, ребята? Это мультик еще моего детства. Цифра 5. Хорошо, что хоть не 4. Может быть, цифра 4. Ну, это циферка 5. Вот так. За ушами хочет морковь. А эти картинки просто так у нас, чтобы лишнее место свободное мы чем-то заняли, чтобы как-то украсить эту страничку. Далее новиночка. Котики-русалки. Надеюсь, вам понравится эта новинка. Надеюсь, у меня получилось красиво. Ну, это оцените вы. Котик-русалка. Мне попадается вот такой сиреневый. Как на пакетике. Да, похож, но я его не специально срисовывала. Это я сама просто отдельно придумала и нарисовала вот такого котика. А нам попались вот такие. Надеюсь, получилось неплохо. Цифры 6 и 7. Но мне 7 лет. Так, Вика приклеила своего. Я тоже приклеиваю вот сюда. И последнее, что у нас осталось. Это совушки. Это совушки. А далее будут следовать приветики для вас. Вот такой пакетик с совой. Сова тут у нас праздничная. Здесь попадается. Вот такие. Такая сова с совенком. Да, сова мама и маленький-маленький совеночек. Малюсенький вот такой, малюсенький совеночек. Цифра 6. Приклеиваем сюда. И заканчиваем нашу распаковочку, но не заканчиваем видео, потому что впереди приветики. Еще, ребята, хотела бы вам показать, сколько у меня заказов на темы. Посмотрите, какие темы вы заказывали. Я еще не все, конечно же, сделала, потому что их очень-очень много. Я буду стараться делать по мере успеваемости, чтобы вы знали, что я не успеваю сразу все делать. Так что не обижайтесь. А теперь, ну тут разные коллекции, я не буду все зачитывать, Викуся. А приветики получают вот такие зрители. Я вас всех люблю, спасибо, что смотрите нас. А также вам еще приветики. Смотрите, пожалуйста, внимательно, потому что некоторые не замечают свой привет, а потом обижаются, что я не передала. И, конечно же, наши приветики на сердечках. Вот такие приветики сегодня я передаю. Их очень много. Многие хотели на сердечках. И всех-всех я очень люблю. Надеюсь, вы увидите себя и не пропустите. Но это еще не все. И вот еще приветики, которые не поместились. А также еще приветики. Это же приветики. Это другие. Надеюсь, все себя увидят, кто где заказывал. Приветики? Всем-всем большой-большой привет! Надеюсь, что вам понравилось это видео и вам не было скучно. Ну а теперь, ребята, пока-пока и спасибо, что вы с нами. Оставайтесь с нами, будет еще много всего интересного. Пока!